Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марини Стик. Сегодня у нас 6 апреля 2022 года. День рождения нашей Дусеньки. И Дусеньку поздравляют сегодня не только ее внуки, правнуки, но и ее папочка Боря, которого я хочу показать поближе. Бореньке уже 11 лет в феврале исполнилось. Да, вот он наш красавчик, папа нашей Дуси. И дедушка, прадедушка многих наших детишек, даже находящихся в этой комнате. Да, потому что прянюшки нашему мальчику Борюшку приходится дедушкой по маминой линии. Да. И вот такой у нас красавчик. Просто хочу показать Боречку. На память заснять, да, в день рождения его дочки Дусеньки. Какой у нас красивый. Какая-то Дуся именинница Левчику поддала что-то. Что-то она тут Левчику тут зачем-то. Видео ни о чем. Просто Боря. Просто снимаю Борю на память. И нам, и вам, дорогие друзья, и выпускникам нашего питомника, которым Борюшку приходится, родственникам. А это Дуся именинница. Юлька. Юлька. Красавчик ты наш. Красавчик. Умный, красивый, хороший. Прививочки вчера сделали детишкам. Прививочки чешутся. Плакали сегодня ночью, как лягут друг к другу, прижмутся. На чип или на прививку нажмут. Плакали сегодня детишки. Это еще тут сидит у меня тут. Что это тут такое сидит, пуфастенькое? Ой, какая ты добренькая-то. Юльку моет. Дусенька именинная Юлю моет. Пирожочек-то наш добрый. Заботушка. А рядом сыночек Юли. Тамерланчик. О, начинается. И чего? Чего вас так смутило? Левик! Ну ты-то деловой какой. Вот. У Сладочка, Тамерланчика и Юлечка. И все к маме попой. Я стараюсь к подсветке передвигаться. Лева на пеленку писит. Это не коврик. Это многоразовая пеленка, это туалет для собак. Писить на него можно. И даже нужно. Это, я говорю, для гостей нашего канала, которые любят говорить о том, что у нас тут не прибрано, не опрятненько. И вообще на коврике собаки ходят писить. А это и не коврики. Не, садится аккумулятор. Видео может резко прерваться. Но Борюшку на память я хочу поснимать. Здоровья тебе, Борюшка. Спасибо тебе за Дусеньку и за многих-многих наших деток, которые живут вместе с нами. А Дуся кушает. Сегодня еще будем давать вкусняшки. Утро это мы просто завтракали. Все вместе дружно и поздравляли детей. Будут еще сегодня вкусняшки для именинницы и, конечно же, ее внуков-правнуков. Пока, вот видите, все поели, все спят. И если вам интересно, дорогие друзья, наблюдать за жизнью наших питомцев, оставайтесь с нами. До новых видео и до новых встреч на канале питомника Мари Мистик. На превью к этому видео и к Дусенькиному видео поставлю фото маленькой Дусечки, может быть, даже и маленького Боречки, какими они были,
10 и 11 лет назад. Эти фото у меня сохранены ВКонтакте, их никто не видел. И видео в тот момент, когда у нас маленький Боря рос, Дуся, тогда еще у нас не было канала в Ютубе. Поэтому я поставлю на видео про Борю, маленького Борю, фотографию, а видео Дуси поставлю маленькую Дусю. Как они выглядели 10 и 11 лет назад. Я думаю, мне кажется, это будет интересно, потому что этих фото, ну, не все видели, мало кто видел. Не было тогда у нас еще видео. Фотоаппарат был. Так что, если вам интересно, оставайтесь с нами. А я начинаю тут заниматься дальше своими делами. И вот подзаряжу видеокамеру, поснимаю на видео для вас, что у нас новенького и интересненького. Лёва. Вот так и Лёва научится гавкать. Лев. А, лев. А, такой. Ой, ой, все охранные. Все охранные. На этом, дорогие друзья, всем пока-пока и до новых встреч.